Всем привет, меня зовут Андрей, это мое первое видео, так что попрошу строго не судить, хотя можете высказать свою критику, я по этому поводу не обижусь. Итак, в этом видео я хочу рассказать вам, как установить Viber на ваш ПК без предварительной установки на телефон. Многие, наверное, в курсе, что прежде чем установить Viber на ПК, Viber должен быть установлен на вашем телефоне, да? Иначе не получится воспользоваться программой. А также, наверное, в курсе, что Viber устанавливается на определенные платформы, такие как Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry и Nokia. Итак, у кого как бы есть данные аппараты, у них как бы проблем с этим не возникнет, да, установили и забыли. А что же делать тем, у кого, к примеру, нету, да, нет такой возможности, нету как бы таких аппаратов, да? Ну, в общем, некуда устанавливать. Нам для этого понадобится скачать программу под названием BlueStacks. Это симулятор Android, который позволяет запускать Android приложение на вашем ПК. Итак, начнем. Итак, в строке поиска пишем на английском. Сейчас, секунду. Blue. Видите, вот Яндекс нашел вот первый в списке, понял, как бы мой результат поиска, и в общем сразу вот. Как видите, официальный сайт выглядит таким образом, да, как бы, чтобы не спутать с другим чем-то. Программа скачивается бесплатно, никакой лицензии не требуется. Жмем на Download, скачиваем программу. У меня данная программа скачана, так что я не буду скачивать, осталось только запустить. Запускаем. Дожидаемся процесса установки. Ребят, я, наверное, сейчас поставлю видео на паузу, чтобы видео не было таким долгим. Потом по завершении установки продолжу запись видео. Итак, как видите, программа установилась и запустилась. Вот. Ждем завершения запуска. Сам процесс установки достаточно быстрый, но вот запуск приложения достаточно долгий. Ребята, хочу уточнить один нюанс. Смотрите, в данном эмуляторе, да, как бы можно воспользоваться Viber'ом версии до 5.0. Почему именно до 5.0? Потому что, хотя давайте я вам покажу на примере, так вот сложно будет вам объяснить. Смотрите, запускаем Viber. Это APK приложение Viber версии 5.0, оно у меня было уже скачано, и вот оно у меня на рабочем столе, я его запустил. Оно сейчас интегрируется в это приложение. Ну, другими словами, становится. Ждем установки. Ну вот, Viber уже установился, приложение установилось. Итак, запускаем Viber. Продолжить. Вводим свой номер телефона, активный, да? Чтобы вам пришло сообщение. Смотрите, я по понятным причинам свой номер не буду вводить. Введу какой-нибудь произвольный. Вот, к примеру, такой. Возможно, кому-то сообщение придет. Ну, неважно. Смотрите. Жмем продолжить. Это ваш правильный номер. Да, ок, соглашаемся. Опа. Смотрите, ребята. Упс. Видите, чтобы сообщение пришло на ваш номер телефона, да, как бы смс пришла, вот внизу, да, как бы, хотя оно обычно высвечивается в левом углу, внизу, да, такой вопросик, типа, это устройство ваш мобильный телефон, щелкайте здесь и таким образом подтверждаете, ну,
Вайбер думает, якобы это ваш телефон, да? Подтверждаем. И вот вводим полученный код в SMS-сообщение, вводим сюда и жмем продолжить. Хочу уточнить такой нюанс. Смотрите, Viber, да, как бы APK приложение самого Viber, да, как бы скачивайте. Ну, хотя я кинул ссылочку, да, как бы с файла обменника вы скачаете. Потому что, смотрите, если вы как бы зайдете в Play Market под свои учетные записи, да, как бы естественно, Viber, ну, само собой постоянно он обновляется, да, и там как бы версии 5.0 не будет, там будет как бы самая сейчас последняя версия. А смотрите, в версиях выше пятой версии, да, как бы нету такой опции, как ранее я вам показал, как бы вот здесь в углу, да, была такая надпись, это ваш мобильный телефон, вы подтверждаете, и его после как бы нажатия на щелкнуть здесь, вам приходит смс-сообщение на ваш телефон, да. Вы вводите номер подтверждения и как бы заходите в программу Viber. Но смотрите, как бы версии повыше 5.0, в них нету как бы такой опции, и я как бы пробовал, тестировал, как бы, ну, смс не приходит, понимаете? И даже здесь, пока вы не нажмете именно вот на щелкнуть здесь, как бы, да, вот на том вопросе, смс вам не придет. Вначале, как бы, на ваш телефон совершается вызов, да, как бы, потом после этого вызова приходит смс, вы вводите, входите в свой вайбер. И еще такой нюанс, смотрите, как бы, когда вот, к примеру, захотите воспользоваться Play Market, там, да, как бы скачать какие-то приложения, вы, ну, само собой, как бы вам придется зайти через учетную запись свою Google, да, или создать. Когда вы зайдете под своей учетной записью в Play Market, да, как бы, приложение Viber будет автоматически обновляться, да, и вам придется как бы постоянно удалять, а потом как бы по-новому устанавливать Viber, да. И вместе с этим как бы переписка, все будет удаляться, да. Чтобы не произошло этого, ну, вам придется пожертвовать Play Market, там, как бы не входить в свою учетную запись, да, как бы. Тогда Viber не будет обновляться. Ну, пожалуй, все. Как бы, если возникнут какие-то вопросы, пишите. Рад буду помочь, ответить. Кому понравилось видео, кому оно было полезным, ставим лайки, подписываемся. Хотя это первое видео, но в дальнейшем я буду снимать полезные видео в такой теме, в такой тематике, ну и многое другое. Все, всем спасибо, всем пока, до свидания.